пришел GPS модуль на SG-907. Вот этот модуль, приемничек, совмещенный с антенной. Вот такой вот он мизерный. Вот здесь все нормально, все держится. Нам теперь надо снять корпус, верхнюю крышечку. Мы его не понял. Включим. Вот так вот снимем изоляцию. Отражатель. Вот так вот мы отражатель снимем. Да, аккумулятор надо было извлечь. Аккумулятор. Так. Верточка перестала магнитить, размагнитилась. Не берет. Вот. Не берет. Весь в силиконе. Ну ничего. Так, мы извлекли старый. Вот он крутится здесь. Вот он. Ну, это он вообще был сдвинут на 90 градусов. Хорошо. Ставим. Ставим новый. Вот так вот поставим. Так вот наш разъемчик подключаем.
собрал. Все на месте. Заодно еще и поменял. Вот здесь поменял раздатку. Так что вот так вот. Проверим сейчас. Пока в комнатных условиях. Проверим механику. Потом проверим все остальное. Хорошо. Фиксация. Ой. Фиксация. Так, что у нас получается? Смотрим. Тут все, а тут ничего. Не ловит. Ждем. Не ловит. Нету. Вот количество спутников в данной точке. Нету спутников. Раз, два, три, четыре. Смотрим. Смотрим здесь. Никакой реакции. Никаких спутников. Никаких. Ничего. Ну вот. Такой вот модуль. Итак, дорогие друзья, к какому выводу мы пришли? Модуль, который прислал продавец с AliExpress, оказался нерабочим. Замена модуля в дроне ничему хорошему не привела. Вынужден был открыть спор. Продавец слегка неадекватен, доказывал мне, что недостаточно информации для того, чтобы совершить возврат средств. То есть доказательства неубедительны. AliExpress, наоборот, посчитал, что доказательства убедительны и принял мою сторону.
Возврат я еще пока не получил, но решение AliExpress есть. Этот модуль вынужден был демонтировать. Отдал мастерскую, не знаю, что из него получится. Реакции на спутники, как вы заметили, ноль. Старый модуль с горем пополам как-то ищет, еще что-то находит. Около 9 спутников он видит. Но ненадежность этого модуля в воздухе, она и пугает, и настораживает. Потом опять что-то найти, опять потерять. Это, естественно, приходит к перезаписи координат GPS-модуля, и он может потеряться. И потеряться очень даже нехорошо, что потом его не найдешь. Поэтому пока без модуля. Где брать такой же модуль, пока не знаю. В интернете на Алиэкспрессе был только один такой продавец. И он, видите, оказался не совсем надежным. Будем искать. Ну, а если будет возможность отремонтировать GPS-модуль, поставлю, я вам об этом расскажу. Все, до новых встреч.